Президент Южной Кореи Пак Кын Хе требует извинения от КНДР за подрыв своих солдат на мине в демилитаризованной зоне. Двое военнослужащих в результате лишились ног. Это произошло в начале августа, но Пхеньян по-прежнему отрицает свою причастность к установке взрывных устройств. В свою очередь, северокорейские власти требуют от Сеула прекратить вещание пропаганды из громкоговорителей. Попытки КНДР уничтожить устройство спровоцировали взаимные артобстрелы. Сейчас обе стороны ведут сложные переговоры по урегулированию конфликта. Северная Корея должна принести извинения и предотвратить провокации на границе. В противном случае наше правительство не прекратит трансляцию. Между тем, СМИ сообщили, что Вашингтон и Сеул обсуждают вопрос размещения стратегических американских сил на юге корейского полуострова. По данным агентств, речь идет о бомбардировщиках и атомной подводной лодке, которые планируются задействовать в совместных военных учениях США и Южной Кореи. Наша армия хорошо подготовлена. Если Северная Корея продолжит провокации, наш ответ будет беспощадным.